Если ваш малыш отказывается от полезных овощей и предпочитает им сладости, то пора бить тревогу. Овощи богаты многими витаминами, благодаря которым организм растет сильным и здоровым. Но чтобы ваш ребенок начал питаться здоровой пищей, психологи рекомендуют обратить внимание на рацион родителей. Если вы пренебрегаете такими овощами, как брокколи, кабачок и чеснок, то не ждите, что ваше чадо само пристрастится к ним. Есть способы приучить детей к приему здоровой пищи. В обычных условиях, ну, это может быть даже какое-то занятие, витамины «Мои друзья». Вот у нас было такое занятие по аппликации, мы клеили различные овощи, фрукты, и ну, дети, и потом мы подписывали, что для того, чтобы быть здоровым, надо побольше употреблять овощей и фруктов. Если такой вид деятельности не прибавил любви к овощам, то можно придумать не менее интересное занятие. Специалисты выяснили, что дети с большим удовольствием съедают овощи, которые вырастили сами. Будет больше пользы, когда дети своими руками вырастят урожай. Это как будто интерес такой. Дети смотрят, что как правильно развивается растение, зреют плоды, а потом мы их собираем. И так растение попадает на стол, и потом мы их употребляем в пищу. В это время ребенок осознает важность данного продукта, иногда даже дает имена каждому кустику и ухаживает за ним, пока не появятся первые плоды. Тем самым малыш следит за всем процессом. После таких занятий любовь к овощам увеличивается в разы. А скажи мне, пожалуйста, какие ты овощи любишь? Огурцы, помидоры и огурцы. А почему? Вот что тебе потому больше всего? Потому что у них очень вкусный вкус. Лук. Почему? Потому что он там немножко тут острый, но все равно вкусный. А какие не любишь? Помидоры. А почему? Потому что они сладкие. А потому что они мне не нравятся. Лук с чесноком. А почему? Тебя заставляют дома кушать или здесь в садике, может? Дома очень сильно заставляют. А как заставляет тебя мама кушать лук? Просто ставит в тарелку кушать. Помидор. Потому что вкус мне не нравится. Также врачи рекомендуют с осторожностью относиться к экзотическим овощам. Есть такое понятие – генетическая особенность переваривания. Если поколение предков ребенка питались местными овощами, ему будет трудно усвоить или переварить экзотику. А вот британские психологи придумали, как привить самым маленьким любовь к полезной еде. Продуктам просто нужно давать имена, но не простые, как огурец или морковь. Названия должны говорить о суперспособностях овощей. К примеру, кабачок – мощный кулак, фасоль – непобедимая или капуста – мегакачан. Несколько таких названий, и ребенок начнет ценить здоровые продукты, а заодно верить, что они сделают его сильным и умным.